Всем привет! Это Indie Club ITV, Давыдов и Горохов. Я разговариваю по моркови. Очень обычно, на улице весна. Ура! Наконец-то пятница. У нас в гостях Леонид Руденко. Погнали! Всем доброй ночи! Такой весенний соцопрос. У тебя морковка есть? У него есть, понятно. У тебя есть баклажан. У тебя баклажан? Засаживаю морковку в июне. Здорово, мужик. Здорово. Что здесь делаешь? Я капитан Морган, и я... Ты умеешь засаживать огород морковью? Я умею ей засаживать морковью, нормально причем. Хорошо. Я сама скоро буду засаживать. Ты трешь морковку? Все остальные трут. А ты трешь морковь на терке? Каждый день. Не каждый день, но по праздникам точно тру морковь. Ой, а зачем ты так делаешь губы? Всем привет, я Леонид Руденко, только что просто был порван людьми, которые пришли на мое выступление в Indie Club, что если вы случайно пропустили, приходите в Indie Club обязательно, здесь очень хорошо. Ну вот и все, это была пятница, Indie Club, ITV, Давыдов и Горохов, у нас в гостях был Леонид Руденко, увидимся на следующей неделе! Don't make sense going to hell.